Святой ли беда? Ох и смерди. Я слушаю. О! Простите, не могли бы вы? Вы мне не поможете. Вы вроде человек крепкий. В чем дело? Я купил этот старый склад, но смердит из него, как из афирской халупы. И рычание какое-то слышно. Мать моя! И войти-то страх. А я вложил сюда все свои сбережения. Помогите, ведьмак! Я бы мог этим заняться, если у тебя есть чем заплатить. Ладно, так и быть. По рукам. Ну хорошо. Я проверю склад. Ведьмак, не ведьмак. Вкалывать надо. Как же здесь воняет падалью. Трупоеды. Со складом уже все в порядке? У меня уже жопа вспотела. Ну так что? Нет. Со складом уже все в порядке. Не меньше времени. Ну так что? Испорченное мясо на складе привлекло гулей. Я от них избавился. Шершавые пятки святого лебеды. Теперь-то там уже не опасно? Нет, но
Лучше вычисти там все побыстрее, а то гули могут вернуться. Конечно, конечно. Мои люди сейчас же за это возьмутся. Тем временем, может, прикупите что-нибудь? Товаров у меня пока немного, но через пару дней будут полные закрома, и цены вас порадуют. Будь здоров. А Чан Фанелли даст мне кредит, если не... Шевелись, плотва! Подал заявку. А я предлагаю. Моя семья занимается виноделием уже 4 поколения. Ой, с печальными результатами. Вашу кислятину пить невозможно. Поэтому мне, а не ему, вы должны продать Бельгард. Как должностное лицо, я действую от имени княжества, а Бельгард сейчас собственность княжеской казны. Главный казначей высказал личное пожелание, чтобы Бельгард попал в руки ответственного собственника. А говорят, у вас обоих большие неприятности в ваших собственных владениях. И пока вы с ними не управитесь, о продаже Бельгарда и речи быть не может. Ну и что? Доволен теперь? Все из-за тебя. Из-за меня? Да ты с ума сошла, девушка! Люди, слушайте! Объявляю, что Матильда де Верментино – проклятая психопатка! На проклятую она не похожа, но она очень разозлилась. Ты, должно быть, ей здорово насолил. А ты откуда знаешь? Ты большой знаток женских душ? Укротитель строптивых? Нет, я ведьмак. Но чтоб распознать бешенство, особенных знаний и не надо. Это правда. Это ты хорошо молвил, брат. Погоди-ка, ты сказал ведьмак? Ты работы случайно не ищешь? Видишь ли, я хочу купить винодельню Бельгард. А эта крыса канцелярская ее не продает, пока у меня в коронате неприятности. Смотря какие неприятности. В общем, там все не здорово. В посадках завелись какие-то чудища. Мой управляющий пропал вместе с целым транспортом вина. Кто-то похитил травницу. Порядочно несчастье на одну винодельню. Знаешь, что я думаю? Я думаю, это все Матильда. Ее рук дело. Личико у нее сладенькое, а нрав как у дьяволицы. Так что, поможешь мне? Я могу этим заняться, но не бесплатно. Ну, разумеется. Какая твоя ставка? Звучит разумно. Похоже, это работа для ведьмака. Ладно, я тебе помогу. Я тебе, правда, очень благодарен. Спасибо. Моя винодельня к востоку отсюда. Ты точно не заблудишься. А теперь прости, надо поговорить с Писакой. Может, еще что из него выжму. Ты ведьмак, правда? Я слышала, как ты разговаривал с этим болваном Лемом. Кошмарный тип. Такие вот хуже всего. Дерзкий взор, морда, как у эльфского полубога, а сердце подлое, черное.
А, неважно. Так уж складывается, что я тоже хочу купить Бельгард. А в моей винодельне Верментино в последнее время дела, прямо скажем, не очень. Какое стечение обстоятельств? Да какое там стечение? Я уверена, это Лиам решил подложить мне свинью. И не одну. У меня кузнец и бондарь странным образом исчезли. На делянке завелись какие-то кровожадные растения, которые людей жрут. На павлиньем таку тоже неспокойно. И дело в том, что если я не управлюсь со всеми неприятностями в Верментино, никаких шансов выкупить Бельгард у меня не будет. А потому давай ты поможешь сперва мне, а потом уже и Лему. Я заплачу в два раза больше него. Я помогу тебе, хотя бы попробую. Чудесно! Ты не представляешь, как это для меня важно. Моя винодельня к западу отсюда. А я пока здесь побуду. Надо проследить, чтобы Лиам не выкинул какой-нибудь номер у меня за плечами. Ясно. Будь здорова. Холера. Бутылки из-под вина, остатки еды. Чужак тоже может поучаствовать, или это только для своих? Кабаньими прыжками. Повежливей, пожалуйста. Еще можно сдаться. Отлично. Ну что, паскуда?
Шевелись, плотва. Ну, понеслась. Не давайте ему передохнуть! Нихера себе! Я обязан тебе жизнью, незнакомец. Как тебя звать? Геральт. Геральт из Ривии. Большое спасибо, сударь Геральт. Эти мерзавцы хотели уничтожить наши травки. Я думал, возьму молот и мразь эту разгоню. Но стыд и срам. Их было слишком много. Не справился я. Ну да хватит плакать над разлитым вином. Идем со мной в Верментино, там я подлатаю твой доспех или выкую тебе все, что попросишь. Иди, я к вам загляну, когда буду в тех краях.